Всем привет! Предлагаем вашему вниманию интерактивную мягкую игрушку «Мишка-сказочник» производителя Dream Makers. Размер такой игрушки около 30 сантиметров. Мишка очень приятный на ощупь, с ним будет очень удобно и приятно засыпать. А в него встроено 4 сказки, воспроизвести которые вы сможете, нажав на лапки Мишки. Чтобы остановить, нажать на паузу, нужно еще раз нажать на определенную лапку. Также вы можете регулировать громкость воспроизводимой сказки, нажимая на ушко Мишки. Сейчас я это вам продемонстрирую. Колобок. Жили да были старик да старуха. И не было у них ни хлеба, ни соли, ни кислых. Красная шапочка. Золушка. Маша и медведь. Жили-были дедушка и бабушка. Была у них внучка Машенька. Собрались раз подружки в лес по грибы да по... Если вам надоели эти сказки, вы можете записать новые сказки на Мишку. Для этого сзади вы найдете USB кабель, который подключается к компьютеру или ноутбуку. Сказки можно скачивать на разных языках. Также здесь сзади есть батареечки, с помощью которого можно включать и выключать этого Мишку. Мишка, как вы видите, одет в яркий костюмчик. Он очень понравится и вам, и вашему ребенку. А приобрести такую игрушку вы можете в интернет-магазине «Медвежонок. Город Киев». Заходите к нам на сайт, там есть подробная инструкция о том, как нужно правильно скачивать сказки на сайте Мишки. До новых встреч!